Всем привет! Вы на канале ByToday, канале про игровые девайсы. Вашему вниманию обзор на триггеры к геймпаду DualShock 4. Модель называется iPega P4013. Одену триггеры на джойстик. Это устройство имеет два жирных плюса. Во-первых, по стандарту вы можете нажимать на кнопки геймпада четырьмя пальцами, большими контролировать стики и указательными жать на L1, L2, R1, R2. Эти триггеры позволяют задействовать еще и средний и безымянный палец. Таким образом, одновременно нажимать на 8 кнопок. Что дает преимущество в MMORPG играх и подобных, где используется большое количество кнопок управления. Второй плюс. В iPega установлен конвертер, который позволяет геймпад от PS4 подключать к PlayStation 3, Android, iPhone, Nintendo и ПК. Каждому виду соединения соответствует свой цвет индикатора соединения. Сейчас на моем Android смартфоне установлена игра Shadow Fight. И в конце видео я продемонстрирую, как это работает в данном файтинге. Снимаю триггеры. Триггеры iPega компактные, сделанные из пластика, выполнены в строгом стиле черно-красного цвета. Имеют 4 дополнительные кнопки. К DualShock подключается по разъему microUSB и фиксируется зажимом. iPega имеет встроенный аккумулятор на 1000 мА, переключатель-крутилку с видами подключения. Сейчас у меня стоит подключение к смартфону. Дальше выключить компьютер, Nintendo, PlayStation 3, PlayStation 4. Это тоже выключить. Reset до базовых установок. Ремаппинг кнопок. Опция Turbo и подключение к смартфону. Если хотите, чтобы триггеры функционировали в играх на PS4, подключать нужно через вот эту опцию с соответствующим индикатором, а не как обычно вы подключаете. И да, первое подключение осуществляется с триггерами на геймпаде по кабелю к вашей приставке. Для того, чтобы приставка определила данные триггеры. Расскажу про подключение со смартфоном. Если iPhone вы выставляете на изображение смартфон, нажимаете шестеренку и на самом геймпаде кнопку включения. Для MFI игр потребуется еще скачать приложение GameWise Live с Apple Store. Для соединения с Android смартфоном делаем все то же самое. Выбираем на крутилке значок телефона, нажимаем на шестеренку и нажимаем на кнопку включения геймпада. Вот так работают данные триггеры. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте палец кверху, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Если захотите приобрести iPega P4013, ссылки, где это можно сделать, я оставлю в описании. Ну а вам же я желаю удачных покупок и крепкого здоровья. До новых встреч, друзья!